Всем привет, девочки! Я пришла из магазина. Это вот мои покупки в магазине. И плюс я еще зашла на наш местный фермерский рынок. Сейчас покажу вам, что купила. Сейчас вот эти покупки выложу. В магазин я пошла за квашеной капустой, которой там не было. Поэтому я зашла в польский магазин и купила вот такую квашеную капусту. 2 евро 80 центов она стоит. Просто мне захотелось винегрета и некогда делать свою капусту. Некогда ждать несколько дней, пока своя заквасится. Своей нет, вот купила. Девочки мне порекомендовали, сказали, что вот это хорошая капуста в оранжевых упаковках. Часто раньше покупала квашеную капусту, никогда не попадалась хорошая, поэтому попробую вот эту. А это я купила в нашем магазине Теско, просто потому что вот зашла за капустой, конечно, как всегда, нахватала, взяла помидорчики черри за 99 центов. Лук у меня, девчонки, пожелтел. У меня так хорошо лук вышел, но я сажала лук на головку, он пожелтел. Очень жарко у нас, и хотя мы поливали, но все равно что-то не очень, поэтому я взяла вот пучок себе, пучок... сыну взяла, ему тоже нужно было, но сказала, что у меня нету, но я куплю, все равно иду в магазин. Взяла вот такие грибы, 1 евро 5 центов они стоят. Захотелось мне блинчиков с грибами, я их пожарю потом и сделаю. Вот такую рыбку красную взяла свежую, я ее хочу посолить. Вот захотелось соленой рыбы такой, я сделаю соленую рыбу. Очень вкусно получается, рецепт есть у меня, посмотрите, пожалуйста, кому интересно. 6 евро 49 центов вот такой кусочек. Авокадо взяла, просто и дочка любит, и самой захотелось. Взяла хлеб уже нарезанный, потому что... И вот такой вот батон французский взяла. Дети любят французский батон. И взяла хлеб на всякий случай. Поставила хлеб на закваске, видите? Но он будет готов только завтра. Я только сегодня его утром поставила. Это все, что я купила в нашем магазине. Цены вам сказала. Хлеб стоит, кстати, вот такой... Сколько он стоит? Около 3 евро. Точно вам не скажу, девочки, сейчас. По-моему, 2,89. Что-то вот так вот. Ну вот. И зашла у нас по пятницам фермерский рынок, где продают фермерские продукты, то, что выращивают сами девчонки. И сейчас вам покажу, что купила там. Так, а это моя сумочка с фермерского рынка. Вот. И... сейчас вам покажу, что купила. Купила вот такие разноцветные помидоры, девочки. Просто потому, что они мне понравились по цвету. Вот. Если бы я знала, что я зайду туда, я бы не купила зеленый лук. Потому что посмотрите, насколько лучше зеленый лук. Точно цены вам, девочки, не скажу, потому что не спросила. Знаете, как взяла? Помидоры все по одной цене. По-моему, 6 евро с чем-то она сказала. Взяла свежую картошку уже ирландскую. Здесь, по-моему, 2 килограмма. Вот. Вот такие грибы взяла, смотрите, дикие. Тут и шампиньоны коричневые попадаются, но они просто обалденные получаются с жареной картошкой. Хочу пожарить картошку с грибами. Вот такой соус, это клубника с острым перцем чили. Я когда-то брала у этих же девочек молодых, они делают соусы, делают, как это называется, pickles. Господи, соленья такие делают, знаете, в небольших баночках. И я брала у них вот такой соус на рождественском рынке. Очень мне понравился. Вот сейчас увидела баночку, купила. 4,50 он стоит. Лук не помню, сколько стоит. Взяла финики. Я их обожаю. Это вот эти, как они называются, девочки, вот такие крупные финики. Уже один, видите, съела по дороге. Взяла просто 100 грамм. Вот несколько штук. Тут 2, 4... 5 и 2 штуки съела, 7 штук взяла просто в машине поклевать. Я их обожаю, они очень-очень сладкие, мягкие вместе с косточками и необработанные, то есть они, видите, не блестят ничем, они такие, знаете, ничем не покрыты. Вот все, что купила, вот это все мне стоило 21 евро. В общем, 17 евро я сначала заплатила, потом еще 4,50 за соус. Вот за этот отдельно заплатила за соус. Вот и все, девочки, вот все, что купила. Вот такие у нас цены по
пятницам у нас бывает этот рынок. Две молодые девушки продают, не знаю, честно сказать, кто выращивают. Они мне еще предложили, возьмите кабачки, возьмите огурцы, но это все у меня есть. И когда я сказала, у меня свое это есть, они как-то, знаете, по лицу так поняла, думаю, может, они подумали, что я просто не хочу купить и придумала. Поэтому я сказала, говорю, вы знаете, у меня есть теплица, у меня есть там и кабачки, и огурцы, и помидоры. Вот он, кстати, мой собственный кабачок, я вчера сорвала, и еще на подходе парочка есть. И, кстати, из трех или четырех кабачков я уже сварила кабачковую икру даже. Девочки, очень вкусно получилось. Ну, все вы знаете, когда свое, не под, знаете, без удобрений, без ничего, оно всегда, ну, вкуснее получается. Вот такие дела. Да, еще они мне сказали, что будет скоро, примерно через 2-3 недели, будет сладкая тыква. Вот прям хочется мне сладкой печеной тыквы. Ну, сказали, будет. Так что буду держать вас в курсе. Ну вот, девочки, все. Вот все мои покупочки сегодня. У меня сегодня генеральная уборка кухни. Так что я пошла убираться. Сейчас поставлю вам коротенькое видео с этого маркета. Снимать было не очень удобно, но я вот так немножечко сняла, только, знаете, там пару минут. Сейчас покажу вам. Ну и, как всегда, я смотрю старые фильмы во время уборки. Всем пока, всем хорошего дня. Вот какой фильм я смотрю сегодня. «Пространство для маневра». Забежала на местный рынок. Девочки, очень маленькие, но, в принципе, здесь есть все. Вот можно и яйца купить, и фрукты, и овощи. И сейчас мы с вами здесь что-нибудь купим. Я возьму помидорчики, картошку забыла в магазине взять. Ну, фрукты, конечно, здесь дорого продают, но все это выращено своими руками. Мы всегда поддерживаем местных фермеров, поэтому сейчас что-нибудь наберу себе здесь, потом вам покажу. About 100 grams. A few that I can eat in a car. No, a few more, please. They're too good to stop at 2. Yeah, perfect. Thank you. Ой, девчонки, не уходите. Покажу вам рыбу. Очень быстрый рецепт. Буквально за ночь получается отличная рыбка. Смотрите. Промариновалась, я ее сейчас переверну. Ссылочку на рецепт оставлю вам в конце этого видео. Обязательно посмотрите. Рыбка получается суперская.